Раньше времени продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 в Европе уже начались. Во время анонса на выставке МВК 2019 в Барселоне компания Xiaomi объявила, что ее флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 начнет продаваться в Испании, Италии и Франции с 28 февраля. В Нидерландах нет официального розничного магазина Mi Store, но продажи у местных ритейлеров уже начались. Так, компания Balsimple предлагает Xiaomi Mi 9 по завышенной цене в 550 евро, но с немедленной доставкой. Заявленные производителем цены на Xiaomi Mi 9 для Европы составили 450 евро за базовую модель 6 ГБ АЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, 500 евро за 6 ГБ АЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Повсеместные европейские продажи должны начаться завтра. Отметим, что в Китае Xiaomi Mi 9 пользуется большой популярностью. Первая партия смартфонов разлетелась меньше, чем за минуту. Впрочем, потом президент Xiaomi Лин Бин прояснил ситуацию. Оказывается, смартфоны раскупили за секунды только в онлайне, а в обычных розничных магазинах запасы Xiaomi Mi 9 вполне достаточно.